Уже в сентябре улан-удэнцы выберут градоначальника. В борьбу за высокий чин вступают 4 представителя от партий. Скандальный Батыдалай Багдаев от КПСС, Геннадий Бадмаев – это «Справедливая Россия», лидер местных коммунистов Вячеслав Мархаев и Николай Чемитов от ЛДПР. Компанию им составили 6 самовыдвиженцев. Исполняющий обязанности руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, журналистка Евгения Балтатарова, Мункажап Бадмаев, Николай Красиков, Евгений Менщиков и Алексей Карнаухов. Сейчас пошел второй период. Второй этап избирательной кампании – это уже идет этап регистрации. Если тем кандидатам, которые у нас выдвинуты от политических объединений, мы принимаем документы без сбора подписей, это прописано у нас в законодательстве нашем местном, региональном, то те 6 человек, которые выдвинулись самовыдвижением, они идут с поддержкой избирателей, которая выражается в сборе подписей. Первый из самовыдвиженцев подписи сдал Игорь Шутенков. За его кандидатуру волонтеры собрали максимальное количество – больше 1500 голосов. Я сдал документы и буду регистрироваться уже как кандидат. Когда я получу непосредственно удостоверение кандидата, я объявлю сбор наказов жителей. У нас готовится программа нашей командой, она практически готова, но без вовлечения широких масс непосредственно жителей нашего города в программную работу это будет не совсем правильно и некорректно. Наказы наших жителей будут положены в основу предвыборной программы. Теперь графологи проверят подлинность подписей. И не все, а лишь часть – 20% от минимального числа. В данном случае на выборку идут 293 подписи. Процедура займет 5 дней. А у остальных самовыдвиженцев на сбор голосов еще есть время до 27 июля. Валерия Каратуева, Батуагармын, Вячеслав Батоев. Новости дня.